Мы с тренерами решили то, что мне нужно развиваться, и выбрали такую композицию очень сложную, и я не могла вжиться в нее, потому что это был совершенно другой для меня образ. После чемпионата России было чуть сложно опять выйти на тренировку, но мне очень помогли тренеры и родственники. Я после чемпионата России почти, можно сказать, сразу поехала в родной город. Что я делала перед этим днем? Я просто лежала, отдыхала и настраивалась на кросс. Вторую сумму баллов в короткой программе набрала еще одна россиянка София Самодурова, которая оторвалась от расположившейся на третьем месте Алексии Паганини Швейцарии почти на 10 очков. На Минск-арене уже прошла церемония открытия чемпионата Европы. На местах никогда не думаю, и поэтому надо катать чисто и показывать хорошее катание. И после короткой программы только положительные эмоции.